добрый день, с вами я, Александр Демидович. Сегодня 12 июля 2019 года. Ровно год тому назад, день в день, я делал репортаж с остановки Зыгина в сторону Полово. Меняется власть, меняется городская власть, меняется власть в стране. Но сегодня я вам покажу, что же изменилось на этой остановке в лучшую сторону. И когда мне говорят о том, что все идет к лучшему, посмотрите внимательно мой репортаж, сравните с тем, что было год тому назад. Ну, имеем то, что имеем. Никому это не интересно из властей. Всем хорошего настроения.